जीवन का कोई कर्तव्य निश्चित करो ये तुम्हारे जीवन का अभ्यास क्या है каковы намерения и цель вашей жизни. Мы едим, пьем, дышим просто для того, чтобы не умереть. Если мы не будем есть, мы умрем. Не будем дышать, умрем. Но зачем вы так хотите жить? Чтобы снова есть и пить. Значит, мы выживаем только для того, чтобы есть и пить. И так будет продолжаться дальше и дальше. Нет. Должна быть какая-то цель в жизни. И что это за цель? Как стать вечно счастливыми? Как же нам стать счастливыми? Если мы сможем сделать счастливыми Кришну, то сами станем счастливы. Сделайте Кришну счастливым, и автоматически станете счастливыми. В противном случае, несмотря на бесчисленные усилия, вы умрете, погибнете, и у вас не будет счастья, не будет даже намека на него.